Здорово, народ, с вами Готика, с вами Сократ. В нашей любимой Red Dead Online существует два типа говнарей, два типа читаков. Одни, которые в наглую используют, взрывают, вызывают всяких деревянных человечков вокруг вас, скелетов и так далее, так далее. Это не важно, этот тип людей мы не рассматриваем, они и так понятны. Есть второй тип говнарей, которые используют игровое преимущество, нестабильность серверов Rockstar, с этого кайфуют. И, соответственно, за счет этого получают игровое преимущество. И когда им ставишь это перед фактом, они начинают отмазываться и говорить: «Да нет, это не моя проблема, ничего я с этим делать не буду, что-то не нравится, пошли нахуй». Так вот, в этом видеоролике мы с вами посмотрим определенную часть моментов в игре Рэмбо А, он же самый главный говнарь всей этой пиздобраси по имени Спек, Напалм и так далее, так далее. Мы поговорим конкретно за факт. У меня есть видеозапись с лица камеры Рэмбо, где он играет. И есть пару интересных моментов, которые я хотел бы с вами обсудить. Сейчас для вас это именно разогревочные кадры, которые просто имеют определенные несостыковки по прохождению урона, по его неубиваемости. И, по сути дела, это, так сказать, первое блюдо, чтобы вы посмотрели, что это не одно видео, которому у меня предъявы, и собирать на него компроматы видео уже никому не интересно. Все признали как факт, что он говнарь, и что-то здесь не так. Основная моя претензия в том, что они понимают всю ситуацию, у него есть преимущество. Все это прекрасно признают. С чем это связано? С сессией, блядь, с Рокстаром, с лаксвичом, с читами, еще что-то. Ну, все прекрасно понимают, что у них есть преимущество. Однако они сильно удивляются, когда на их преимущество 7 на 7 мы используем свое преимущество в Готике 20 человек. Иными словами, когда нету Рэмбо, нету и пострелушек 7 на 20, потому что они просто ливают сессии. А когда есть Рэмбо, есть и пострелушки 7 на 20. Но при этом они утверждают, что мы всего лишь 7 человек, а вас всего лишь 20. Нифига вы такие слабые. Так вот, товарищи, нас 20, потому что у вас есть Рэмбо. Не было бы Рэмбо, ради вас, говнарей, 20 человек бы никогда не собиралось. Да и в принципе ради Рэмбо 20 человек никогда не собиралось. Целью было показать, что что-то с ним не так. Мы собрали это видео, на этом наши с вами взаимоотношения. Идите нахер. Туда, где откуда вы пришли. Собственно, вот эта небольшая заставочка, которая сейчас была, мы переходим к основному блюду. Что же тут не так? На этом ролике Сир Кариб активирует медленно, но верно, и через 1,3 секунды его убивают. Мы же воссоздали этот момент, и в меня стреляли два раза одновременно, и я не умер. Первое попадание было через 0,7 секунды, а второе через секунду. Иными словами, медленно, но верно, активируется гораздо быстрее, и он не должен был умереть. Вот вам пример одновременного действия. Этот эпизод может показаться ничем не примечательным, однако если обратить внимание на центр перекрестия, которое загорелось красным, это означает, что цель сдохла. Если у человека шапка, то ничего не будет, вообще ничего, никакого перекрестия, там останется просто белая точка. Красный перекрестие свидетельствует о том, что пакет данных отправлен серверу, пакет данных отправил Рэмбо, что он умер. Рэмбо, используя лаксвич, не принял этот пакет и продолжил свое боевое действие. Именно эта же картина и свидетельствует с лица камеры самого Рэмбо. Более того, на камере Дипхоука даже не было самого прыжка, не было анимации прыжка, но сервер отдал приоритет командам Рэмбо, потому что он сделал прыжок, и, по идее, он избежал попадания, как многие бы подумали. Но шапка у него слетела. Когда вы делаете прыжок, шапка не слетает. Это означает, что попадание по нему все-таки было. Но он не сдох. Не сдох. И это вопрос. На компьютере Дипхоука у нас есть регистрация попадания, и человек должен был умереть. На компьютере Рэмбо у нас просто слетела шапка, есть анимация. Но на компьютере Дипхоука ее нет. В этом и есть рассинхрон, и в этом и есть преимущество использования лаг-свича. Лаг-свич позволяет это делать.
Более того, слабый интернет, как многие кто-то могут сказать, у него просто слабый интернет. А много ли вы встречаете людей, у которых слабый интернет? Да хера, их полно. Но таких говнарей, как Рэмбо, только он один. Соответственно, отсюда и проблема. Если бы регистрация урона прошла 100%, Рэмбо бы сдох. И его дальнейшие действия бы не было. Он бы не убил Дипхолка, в этом ролике он бы не убил бы и меня дальше, и на этом бы закончилась его эпопея. Однако, по нему не прошел урон, он убил Дипхолка, он убил меня. Поэтому мы считаем, что это игровое преимущество. Представляете, что было бы, если на вас ставят метку или стреляют с каркана, а по вам не проходит урон. Вы стреляете по человеку, когда он медленно, но верно, и вы убиваете его с одной пули. Вот это прикол, вот это буст. Вам не кажется, что вам бы это лично помогло в PvP, как это помогает Рэмбо? И вместо того, чтобы признать это как факт, и вместо того, чтобы его команде с этим согласиться, они утверждают, что это все нормально. Это идеально. Ну, хуже уже не будет. И бац, 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 брить, бац. Хочу сказать огромное спасибо Аде за то, что вовремя срулила с этой пачки. Возможно, если бы не она, материал с камеры Рэмбо нам бы так и не был бы предоставлен. Осуждаю за то, что она с ними играла, и поощряю за то, что, непосредственно узнав о том, что они все-таки что-то подрубают, решила пойти своей дорогой. Это правильно, правильный выбор. Не играйте с читаками, не играйте с тем, кого вы считаете подозрительным игроком, потому что именно его игра может отразиться на ваших взаимоотношениях со всем игровым комьюнити. Ну а с вами была Готика, с вами был Сократ. Не будьте твердолобами, принимайте только факты. В этом видео здесь я вам показал. Каждому самому надо решить, что он считает правильным. Напишите в комментариях, что считаете вы. Говнарь он или просто случайно?